Տարածաշրջանի երկրների միջև դրսևորված մարդասիրական համերաշխությունը լավագույն դեղամիջոցն է տարապանքը մեղմելու համար։ Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչը։ Աշխարհագրությունը մեր համատեղ ճակատագիրը որոշող ամենակարևոր գործոնն է։ Երբեմն, ինչպես այժմ, այն կերտվում է տարապանքով։ Տարածաշրջանի երկրների միջև դրսևորված մարդասիրական համերաշխությունը լավագույն դեղամիջոցն է տարապանքը մեղմելու համար։ Ինչպես տարածաշրջանի բոլոր երկրները, այնպես էլ Հայաստանն առանց վարանելու կանգնեց թուրք ժողովրդի կողքին։ Արաբը были знатоками истории Великой Армении, поэтому в период их владычества на Кавказе Армения, Картли и Албания именовались Армения, то есть армянская цивилизация воспринималась арабами как материнская по отношению к соседним народам. Армения со столицей в Двине пользовалась в рамках халифата широкой автономией и управлялась армянскими князьями. Армяне чеканили свою монету. Страна пользовалась такой степенью независимости, которой она не знала со времен династии Аршакидов. Более того, в Армении не размещались арабские гарнизоны. Халиф гарантировал даже военную помощь в случае нападения со стороны Византии. Взамен армянские князья платили относительно небольшие налоги и в первой половине VIII века участвовали в войнах арабского халифата с Хазарией. Справедливости ради напомню, что даже в годы ожесточенных войн с крестоносцами халифы не отказывали армянам в их правах на иерусалимские святыни. К примеру, когда в 1187 году халиф Салахаддин изгнал из Иерусалима 100 тысяч христиан и запретил церковные службы, исключение он сделал только местным армянам, подтвердив в своей грамоте заветы пророка Мухаммеда, а также халифов Умара и Али. Вряд ли Салахаддин руководствовался в своей политике тем, что его курдский род происходил из армянского города Двин. Кстати, Салахаддин даже снизил налоги с армянских купцов и паломников. Спустя столетия, теперь уже османские султаны, объявившие себя халифами и предводителями ислама, следовали предписаниям пророка Мухаммеда. Так, в 1517 году захвативший Палестину султан Селим подтвердил имущественные права армян в Иерусалиме. Его преемник султан Сулейман также следовал предписаниям праведных халифов. Затем права армян подтверждались султаном Мехмедом IV, султаном Махмудом I и султаном Абдулмеджидом I. Сегодня турецко-бакинская пропаганда пытается настроить против армян весь мусульманский мир, выставляя свой территориальный спор с армянским народом как конфликт ислама и армянства. Однако никакого религиозного конфликта нет и быть не может. В противном случае ни пророк Мухаммед, ни арабские халифы, ни тем более турецкие султаны не подтверждали бы из века в век имущественные права армян в Иерусалиме, где более 2000 лет продолжается борьба за каждый сантиметр святой земли. Факты – упрямая вещь. Наличие у армян такой многочисленной диаспоры в арабских странах говорит о том, что правоверные мусульмане умеют дружить с людьми Писания. А вот язычники-пантюркисты, которые пытаются говорить за весь мусульманский мир, уживаться с армянами не в состоянии. Почему у армян есть большая диаспора в Египте, Сирии и странах Персидского залива, а у турок и закавказских татар при их значительном демографическом превосходстве над армянством такой диаспоры в арабских странах нет? Почему арабы могут дружить с армянами, а современные турки-пантюркисты, исповедующие тот же самый ислам, выбирают войну с армянами? Все просто. Религия тут не при делах. Причина кроется в территориальном конфликте, который постоянно подогревается армянофобией. Пантюркисты хотят не просто жить на армянских землях, они хотят быть хозяевами на армянских землях. Причем без армян. В этом как раз и заключалась главная причина геноцида армян. Пантюркисты пытались согнать армян с их исторических земель, чтобы создать непрерывный пояс от Черного до Каспийского морей.
Частично своих целей они достигли. Но втянуть мир ислама в свои территориальные разборки с армянством у пантюркистов так и не получилось. Еще в мае 1909 года имам главной египетской мечети Аль-Азхар Салим Аль-Бишри издал указ, в котором турецкие власти осуждались за призывы к резне и за истребление 30 тысяч армян в Адане. Свое предписание Аль-Бишри издал в противовес указу турецкого муфтия, который в апреле 1909 года призывал турок убивать армян, чтобы открыть дорогу в рай. Вот что тогда заявил Аль-Бишри. «Мы прочитали в местных газетах печальные новости и презренные сообщения о мусульманах в некоторых анатолийских провинциях. Они согрешили против христиан, напав на них и жестоко убив. Мы были шокированы такими сообщениями и надеялись, что они окажутся ложными, потому что ислам запрещает акты необоснованной агрессии, запрещает угнетение, кровопролитие и причинение вреда другим, независимо от того, мусульмане они, христиане или евреи. О мусульмане, живущие в этих землях и в других местах, знайте о нарушении границ, установленных всемогущим Аллахом, в его шариате. И щадите кровь, которую Аллах счел недопустимой проливать. И не приступайте ни против кого, ибо Аллах презирает тех, кто нарушает его закон. О мусульмане, не позволяйте расизму победить вас и не позволяйте расовой лояльности стать единственным влиянием на ваши души. Ибо это эмоции и понятия из века невежества, которые ислам стремился искоренить. Воистину, у вас есть лучший пример поведения пророка и его благородных сподвижников». Указ египетского имама впоследствии поддержал потомок пророка Мухаммеда, хранитель Мекки Хусейн ибн Али, который в 1917 году, будучи уже королем Хиджаза, то есть правителем будущей Саудовской Аравии, призвал всех мусульман защищать армян. «От вас требуется защитить всех представителей армянской общины, кто остался или живет в ваших кварталах или по соседству с вашими племенами. Обеспечьте их всем, в чем они могут нуждаться, потому что они народ, защищаемый мусульманами, о котором пророк Мухаммед сказал: «Кто украдет у них хотя бы веревку, тому я буду противником в день страшного суда». Лицемерие Талаата, Энвера и Джемаля видели не только в мире ислама. В использовании религии как прикрытие их обвинил даже английский разведчик Лоуренс Аравийский, которого сложно обвинить в проармянских настроениях. Армяне были хорошо вооружены и организованы, но власти предали их. Они были разоружены и постепенно истреблены. Мужчинам устроили резню. Женщины и дети, которых грабил каждый прохожий, гибли на зимних дорогах при выселении в пустыню, лишенные одежды и пищи. Младотурки истребили армян не потому, что те были христианами, а потому, что были армянами. По этой же причине они загоняли арабов-мусульман и арабов-христиан в одни тюрьмы и вешали их вместе на одной виселице. Джемаль-паша подвергал все без разбора классы, состояния и конфессии в Сирии одинаковым притеснениям и опасностям, создавая тем самым предпосылки для всеобщего восстания. Убийцы армянского народа нарушили все законы шариата и даже светской морали. Вы только вдумайтесь, в 1908 году армяне прятали в своих домах предводителей младотурецкого движения и принимали самое деятельное участие в свержении султана Абдул-Хамида II. А спустя год эти самые младотурки вырезали в Адане десятки тысяч армян. Это была их благодарность армянам за содействие в свержении султана, который пролил реки невинной крови. Как только сели в кресло и получили желаемую власть, младотурки тут же расправились с армянами, которые им помогали. Я не случайно вспомнил этот исторический эпизод. Каждый армянин, который сегодня ратует за дружбу и мир с турком, должен знать, что в нужный момент с ним поступят точно так же, как поступили с армянами в Османской империи.
И неважно, с кем он имеет дело, с пантюркистом из Анкары или из Баку. Не повторяйте ошибок прошлого. И помните, борьба армян с пантюркизмом, то есть с турецкой разновидностью фашизма, не является нашим эксклюзивом. Пантюркизм был и остается жизненной угрозой для христианских и мусульманских народов бывшей Османской империи. Пантюркизм является также жизненной угрозой для христианских и мусульманских народов бывшей Российской империи. И чем раньше будет создан единый фронт сопротивления, тем больше жизней мы спасем.